Ну, а вот в ОКБ номер 2 скоро поступит уникальный инкубатор для транспортировки новорожденных. Предназначен он для недоношенных и тяжело больных детей. Оборудование будет оснащено аппаратом для вентиляции легких. Так же, как стационарное, оно сможет поддерживать специальную влажность и температуру, имитирующую трубу матери. За время показатели медики смогут следить при помощи встроенного монитора. Инкубатор можно будет устанавливать в реанимобиле, авиатранспорте и пользоваться им в самой больнице. За счет средств областного бюджета мы ожидаем поступления оборудования, уникального для нашего учреждения оборудования, это транспортный инкубатор. Ну, конечно, стараемся, чтобы заказывать современное оборудование.